Итак, сегодня я вам хочу представить еще один сервер SAMP. Называется он Limitless Roleplay, безграничный переводится. Вот, вся фишка этого сервера в том, что он открывается именно завтра. Так что, пожалуйста, приглашаю вас на этот сервер. У них серьезные планы. Они проводят конкурс на места в админ-составе. Победители будут объявлены за час до открытия. Завтра у них открытие, 10 число. Вот, так что, пожалуйста, кто желает, ссылка на их группу, ну и адрес в этой группе тоже присутствует. Ссылка на их группу будет, на их группу ВКонтакте будет в описании. Итак, снова всем привет, снова с вами Дед Каскадер. Сегодня у нас будет очередной ролик на тему SAMP. SAMP на сервере SOL номер 3. И сегодня будет не просто ролик, а конкурс. Дед уже у вас сделал стримы, сходки, вот теперь дед дорос и до конкурса. В общем, конкурс такой. Вот смотрите, я себе наставил кучу модов, очень большую кучу модов. У меня их, ну, много. Вот они у меня здесь все на бумажке записаны. Я их все помню, какие я ставил моды. Вот. Первый мод я вам скажу, его отгадывать не надо. Это... как он, забыл, как называется, ну, в общем, он улучшает просто вот освещение, делает более яркими красками, это вот один, его не надо отгадывать. Вам надо мне отгадать, вернее, не отгадать, просто внимательно смотреть, сейчас я буду тут играть, и вы должны, кто хочет выиграть в этом конкурсе, должны мне потом в комментариях, значит, написать, сколько модов здесь у меня установлено, и не только цифру указать, а указать конкретно, что поменено. Вот, а там машины или еще что, вот конкретно что поменено, и полное вот, на каждый мод написать, что конкретно поменено, а не только цифру, сколько модов. Вот, ну все, я вам не буду говорить, что вот, посмотрите, какой я красивый мод здесь поставил, какой красивый мод здесь поставил. Единственное, что я вам это вот гарантирую, что сейчас вот я буду играть обычно, как обыкновенно я играю, разводчиком продуктов, и все вот... свои новшества, я в камеры, у меня они попадут в ролик. Я, может, даже буду на них немножко акцентировать изображением, но говорить я этого не буду. Вот, вы должны, кто захочет принять участие в этом конкурсе, пожалуйста. Вот, приз за этот конкурс будет 100 рублей вам на телефон. На телефон или на Kiwi кошелек, как захотите. Дело в том, что я делаю пиар, вы знаете, пиар у меня платный, 200 рублей он стоит. И тут у меня ребята... вот те, которых я только что пропиарил, попросили пропустить их без очереди. Очень им нужно было именно к 10 числу, чтобы к выходу их сервера, к сервера, к открытию, чтобы я сделал им пиар. Я согласился, они меня долго уговаривали, правда, но, в общем, я согласился, сделал им пиар. Но не за 200, а за 300 рублей, так как они пролезли без очереди. И вот эти самые лишние 100 рублей я сейчас разыгрываю в конкурсе, вот условия которого я только что сказал. В общем, вам надо, кто хочет... выиграть эти 100 рублей, найти все моды, которые дед вот тут установил за пару дней, я их тут наустанавливал. Ну все, больше я про моды говорить, озвучивать ничего не буду, я их буду только показывать. А сейчас я начинаю играть, как обыкновенно, я играю, я поеду на работу, вот, сажусь я в свою машину, вот, значит, нажимаем мы чего, F6, открываем мы машину, садимся в нее. На всякий случай ее закрываем, включаем мотор и поехали. Хотя, подождите, мне надо это. Я давненько не платил за квартиру. Надо мне заплатить за квартиру. Потому что что-то я... если потеряю здесь дом, будет это не очень хорошо. Так, пойдем заплатим за квартиру. Так, пополнить домашний счет. Сколько мне тут набежало? 315-2-0 перевести назад выход. Ну и все. А вы, ну, в общем, просто смотрите, как дед будет, значит, это играть. И помните про условия конкурса. Не знаю, первый раз я делаю это конкурс. Если даже никто не будет в нем принимать участие, ну и бог с ним, ладно. А я просто поиграю, понаслаждаюсь своими модами, которые я поставил.
Ой, какие. Молчу. Ничего не буду говорить. Смотрите сами. В принципе, этот конкурс, он не такой сложный, я думаю, получится. Потому что я, ну, не буду я тут это специально скрывать, эти моды. Я, наоборот, их буду показывать. Вот. Едем мы куда? Едем мы на работу. Дед едет на работу. Так. Ох. Кстати, вот этот мод, который улучшает вот эту самую цвета, его можно отключить. Мне вот понравилось. Shift F12, и он отключается. Это даже не совсем мод, это как называется, там три буквы. ENB или ENB, правильно как, или BN. В общем, я сейчас не помню. Ну, вы знаете наверняка. Так, ну вот, едем, значит, мы припаркуемся сейчас. Выключим мотор. Движок нашего двигателя, нашей машины. И вот, значит, едем, идем. Устраиваемся на работу, разводчик продуктов. Красота. Чем не криминальная Россия? Можно играть. И простой сам почувствовать себя, как будто ты находишься на каком-нибудь сервере криминальной России. Так, продукты у нас не загружены. Зерна у нас ноль, урожая ноль. Значит, ну, поехали загружать продукты. Продукты поедем загружать. Так, ну надо же отметить на это. Блин, не ту кнопочку нажал. Вот это. Продукты для бизнеса. Надо загрузить, мало ли, вдруг. О, на Payday нарвался. Я уже не помню, сколько у меня здесь, какой уровень. И сколько у меня чего. Я как-то не стремлюсь к карьере, так что мне это не сильно и важно. Так, ну вот, продукты мы загрузили. Не хочется мне тут попадать в аварии всякие. Вот привет, дед. Ну ладно, ребята, тут надо поздороваться. То будет невежливо. Привет. И все, ребята, я поехал. Привет, я сказал. Еду дальше. Это опять я, значит, играю. Одновременно играю, записываю. Так, ну давайте посмотрим, нужны ли у нас кому. А, у меня, ну-ну, русский язык стоит. Нужны ли кому-нибудь у нас товары бизнесу. Ой, сколько много-то, ребята, вы молодцы. Вот, Тату Лос Сантос. Как раз-то по дороге, если что, потом поедем за зерном на склад для фермы. Поехали. Так, я надеюсь, вы про условия конкурса помните и, значит, кое-что уже заметили. Я вам советую, вот будете когда просматривать, возьмите листочек бумажки, ручку, и вот как увидели, какой мод, раз его сразу на паузу поставили, и это, на бумажку записали. Дальше смотрите. Кто первый это сделает, тот, значит, получит у меня 100, от меня 100 рублей. Где-то такой выдумщик у вас. Моды хорошая вещь. Я, кстати, в описании к этому ролику оставлю вот эту ссылку на этот сайт. Меня многие уже просили, я не первый раз расставлю моды. Многие меня просили в описании к ролику оставлять эту ссылку на сайт, откуда я беру эти моды. Эти моды все проверенные, причем они так легко ставятся, ставятся автоматически, там только пару кликов надо сделать. И что самое, вот что мне нравится, если вам мод какой-нибудь надоел, в папке с игрой, куда вы устанавливаете моды, там автоматически создается папка, в которой все эти моды, и есть эти, в этой папке ярлычки есть для удаления этих модов. Ну, унистал или унинистал, как-то вот так она называется. Найдете ее. Там легко кликнул по значку этот, удалить мод, и он автоматически элементарно удаляется. Игра не крошится, все остается потом без модов. Так, тату-салон Лос-Сантос. Я сейчас не буду карту открывать, поэтому, потому что я примерно знаю, где он находится. Так, кто-то мне... Ребята, вы это... Ну ладно, что сделаешь? Те, кто хотел со мной пообщаться, кто хотел, вот, чтобы я их снял, там, поговорили, я ведь делал специально недавно сходку в своем доме. А теперь, ребята, вы мне не мешайте. Я пытаюсь записать ролик, пытаюсь сделать конкурс. Вот, кое-какие моды я уже показал. Наверняка вы их заметили. Вот, мне надо, значит, выполнить обещание. А то я прошу угадать моды,
а сам их даже, допустим, не покажу. Это будет нечестно. Это будет совсем нечестно. Поэтому я постараюсь показать. Значит, я говорю, это легкий конкурс будет. А вон, кстати, это бизнес-то. Бизнес. Бизнесу надо отвезти продукты. Постараюсь показать все моды. Не постараюсь, а обязуюсь показать все моды. Иначе теряется смысл конкурса. Вот 2560 я заработал тысячи виртов. Теперь мы с вами поедем куда? Поедем на склад за зерном куда? Это у нас вот эта кнопочка. Зерно для фермы. Выбрать маркер. Там есть? Поехали. Так, следующий поворот направо. Сейчас возьмем зерно и повезем его на ферму. Хороший мод, мне нравится. Так. Это я вот сейчас, когда буду монтировать, не знаю, может еще музыку какую поставить, а может не буду. А вот просто когда едешь, ну, это веселее, конечно, ехать с музыкой, я понимаю. Какой-то там магнитола играет, и человек работает. Так, только вот здесь бы на бандитов не нарваться, ребята, вот давайте не надо, вот на паузе стоишь, ну ладно, стой на паузе. Тут вот, часто, когда вот работаешь разводчиком продуктов, в этом месте, когда вот едешь на склад за зерном, тут бандитский район, тут часто бывают всякие неприятности. Не хотелось бы мне сейчас нарываться на какую-нибудь очередную неприятность. Так, что-то тут деда занесло, немножко дед проехал мимо маркера. Ну ладно, мы сейчас задом сдадимся. И загрузим, значит, себе зерно для фермы. Оп, есть, загрузили. 50 килограмм у нас есть зерна. Так, еще немножко назад посмотрим. И включим, значит, куда мы сейчас это зерно повезем. Повезем мы его на ферму. Давайте на ферму номер 0. На ней чаще бывает нужны... На ней чаще люди работают, на ней чаще бывает нужно зерно. Но если там будет не надо, поедем на ферму номер 1. Там, конечно, подороже, но ехать дольше. Так, ну вот, еще, значит, какое-то количество модов я вам показал. Так, надо с этого бандитского района уехать. Кто-то меня это дело смущает. Активно меня теперь... Любая активность бандитов начинает немножко напрягать, когда я записываю ролик. Когда я играю, это мне как-то до лампочки. Ну, спалили машину деда. Ладно, бог с ним, другую возьмем. А сейчас я не хочу, значит, делать опять несколько дублей, потом это все состыковывать, где дед прервался, где что, вот как. Одним файлом, так сказать. Потом монтировать легче. Ну и вы смотрите, как вот дед играет, как у деда настроение. С каким настроением дед начинает играть, с каким дед настроением, значит, продолжает играть, с каким... Значит, потом заканчивает играть дед настроением. Вот. Ух, ой-то, блин, засмотрелся дед. Дед засмотрелся. Так, тут этой полиции-то нет. Ментов нет, а то меня сейчас арестуют еще. Тут помимо бандитов еще можно нарваться на полицию. Для этого надо не нарушать. Дед сейчас явно нарушил правила. Чуть на встречку не вылетел. Называется, не справился с управлением. Так, давайте потихонечку. Сейчас проедем этот мост. Там иногда сейчас стали полиция ставить радары. Надо, по идее, еще соблюдать, значит, этот скоростной режим. Вот, парень, прям по встречке. Ладно, не будем мы с ним. Причем даже не был отмечен, по-моему, маркером на карте. Ну ладно, все, приехали мы на ферму. Едем мы на ферму. Так, никто здесь не работает, может быть, значит, мы приехали и в холостую, ну, сейчас узнаем. Так, да, вот, на ферме, на этой ферме зерна было не надо, парень тоже вот приехал, а, подожди, давай с тобой разъедемся. И тоже, значит, без толку. Так, надо, значит, поедем на ферму номер 1. Может, там кто-нибудь есть. Сейчас время сколько у нас? Московское время 5 часов
17 часов 10 минут. Почему никто не играет? Почему? Кстати, бизнес вроде как играет, заказов много, а вот на ферме почему-то никого нет. Так, сзади меня полиция едет. Давайте мы ее пропустим. О, как раз вот полиция едет, и мы ее пропустили. Только вот не надо меня что-нибудь останавливать. Тем более он кричит: «Дед, дед!» Тем более он еще на полицейской машине. Ну ладно, надо ему объяснить, все-таки полицейский, надо уважать. Стою. Здравствуйте. Ну ладно. Я думал, он меня арестовать будет, а он это, поздоровался. Привет. Ну вот. Вот не надо меня арестовывать, ребята. Так, надо им объяснить. Я ролик записываю. Так, сейчас еще так скажу. Please, не... Не... Блин. Решайте. Дед волнуется. Пожалуйста. А, ну вот, слава богу, хорошо. Ну, все нормально. Ребята, будете себя смотреть в этом ролике, увидите, вам большой респект. Вот, бывают и хорошие полицейские, ничего не скажу. Бывают не очень хорошие. Ну, это, наверное, как в любой профессии. Так, а мы куда едем? А мы едем, значит, на это. Фух, на ферму номер один. Так, слава богу. Так, Егор Мун. Егор Мун и Антон. Антон Наумов, это я. Егор Мун, второго не успею прочитать. В общем, а нет, Макс Харви, вам респект от деда. Благодарность, то, что не прервали мой ролик, запись моего ролика. Так, едем мы, значит, на ферму номер один и посмотрим, может, там нужно эти самые зерно. Если там зерна не нужно, тогда мы что делаем? Неважно, нужно там зерно, не нужно, сейчас просто проедем. И тогда сразу тут рядом поедем на склад за продуктами. И бизнес-то вроде сегодня не спит. Бизнес сегодня вроде не спит. Вот. Ну, да, тут что-то народ бегает. 1300. Так, еще 40 килограмм осталось. Значит, не все у меня разгрузили, еще немножко осталось. Ну, хорошо, по крайней мере, здесь... Ребята еще чуть поработают, потом, значит, на складе место освободится, и у меня это, я надеюсь, все-таки я потом разгружу это зерно. А сейчас я поеду, значит, загружу продукты. Продукты для бизнеса. Это опять туда, где начинаем работать. И посмотрим, может, какой бизнес чего требуется. А там, когда начинал я играть, там открывал, там много чего-то было нужно. Правда, не очень дорого. Вот. Те, кто продают оружие, так, не заказывали пока, по крайней мере. Так, запись у меня идет, все идет. Тут Фрэпс записывает, тут камера записывает, красные огоньки горят. Все нормально. Пока. Мне осталось, в принципе, не так много и модов-то показать. Вы уже многие увидели эти моды. Вот. Надеюсь, сидите с... с листком бумажки, с ручкой, и записывайте эти моды. И сразу, как только ролик закончится, можете писать в этих в комментах, значит, где что, где тут заменил. И кто первый это сделает, получит, значит... Ой, не поеду я туда, это мне не по пути. Нет, мы поедем в другое место. Вот, в Grove Street мы поедем. Grove Street. Пусть там опасно, но деду надо ехать туда, чтобы вы все увидели. Именно там немножко осталось уже. Опять бандитский район. Улица Grove Street. Так, как мы поедем? А, вот я знаю, как мы поедем. Ответь, приз, можно с тобой покататься. Нет, нельзя, ребят, со мной покататься. Я вам говорил, когда вот, если будет еще, когда я буду сходку делать, тогда, пожалуйста, покатаемся, все сделаем. И на велосипеде.
велосипедах или, может, еще там где-нибудь. А сейчас дед, делает конкурс. Первый раз в своей жизни я делаю конкурс на Ютубе. Сильно меня не ругайте. Кто-то скажет, конкурс слишком легкий, кто-то скажет, слишком длинный и сложный. Ну, в общем, ну, деду такая мысль в голову пришла. Я решил ее воплотить в жизнь, значит. Так, вот сейчас будет очень важный момент. Важный момент будет сейчас. Я поеду, значит, поверху. О, опять полиция. Нет, это не полиция была. Может, полиция. А, ну да, мне надо еще в одно место будет заехать. Ну ладно, вот сейчас вот я еду поверху. Тут мне надо как-то аккуратнее сделать, чтобы вы потом не говорили, что дед, а ты нам этого не показал. Дед сейчас все, все свои эти расскажет. О. Ну, кто-то деда это кинул, сервер кинули. Ладно, тогда будем, значит, делать склейку. Будет, значит, примерно с этого же места я начну. Сейчас я пока выхожу, значит, из игры, это, и останавливаю запись. Ну вот, запись я возобновил. Теперь я уже не поеду, значит, это опять там, где стоят машины развозчиков продуктов. Я сейчас просто вот на своей машине, на своей личной, проеду по всем местам, где у меня есть еще моды, и которые вы еще не видели. Тут как-то меня кинули, сервер, очень резко, очень так, машина улетела. Но это бог с ним, ладно. Деду это не сильно, я надеюсь, помешает. Так. Ну и тут я вам уже кое-что показывал. Значит, ну, могу еще показать. Так, давай проедем дальше. Вот. А, вот надо, кстати, надо зайти деду подкрепиться. Подкрепиться надо зайти деду. Перекусить. Дед хочет. Почему бы нет? Может, даже и хорошо, что меня выкинули. Я теперь здесь спокойно вот езжу на своей машине. Так, двигатель, да-да-да-да-да. Выключить. И можно, значит, выходить и зайти покушать. Деньги у деда есть, наличка. Зайдем, покушаем, войти. Вот какая красота у нас здесь. Так, что мы будем есть? Так, мы сегодня за рулем, значит. А, ну тут спиртное не продают. А, кстати, у меня пиццы на вынос кончились в рюкзаке. Они кончились, но там мало их осталось. Надо взять. И это. Вот. Не, лучше пельмени. Лучше русские пельмени, чем американскую кока-колу. Вот, пельмешек. Вмажем. Нормально, пойдет. Я, кстати, люблю пельмени. Со сметанкой. Я, между прочим, только что вот пришел опять с работы. Пока жена еще не пришла, я тут записываю наш ролик. Тоже еще пока не ужинал. Так что, так, опять тут, елки-палки. Что? Полиция. Так, ну давайте арестовывайте деда. О, боже мой, добрый день. Так, не, деду не... А вы говорите это, вступай в какую-нибудь организацию. F6. Привет. Выйдите. А, ну выйдите, ну давай выйдем, ладно. Что сделаешь? Вот. Конечно, это все РП, это все честно, да, вот как положено. Сейчас они тут меня будут спрашивать документы, вот. Но извините, я хотел ролик сделать нормальный, хотел конкурс сделать. Дед, ты... Да, я дед. Да, я дед. Ладно, буду умолять. Отпустите, я ролик делаю. Ну, что, вы о чем? А, ха, так, все,
еще вот уже трое набежало. Сейчас где-то, по-моему, арестуют. Так, ноги шире, руки подняты, все. Давайте арестовывайте деда. Вот. Ну ладно, спасибо. На здоровье, ребят. Все. Ну вот. Можно уезжать-то или нет? Я что-то не понял. Эх, ребята, все вы мне сбили, все. А, еще 5000 мне дали. А, ну это хорошо, ладно. И валяется от смеха. Значит, деда вместо того, чтобы оштрафовать полиция, ему 5000 дали. Ладно. Ну, в общем, показал я вам еще кое-что. Мне осталось совсем немного вам показать, чтобы, значит, это все было честно насчет конкурса. Вот. Значит, надо заехать мне еще в два места. В два места. Сейчас вот едем в первое место, где у меня стоит кое-что. И потом еще, значит, поедем во второе место, и я ролик закончу. Потому что мне уже пора. Я думал, быстрее его закончу, но вот тут получилось с полицией. У меня терки. Не совсем предвиденные, я бы даже сказал, совсем непредвиденные. Ой-ой-ой. Вот вам. А вы говорите, вступай в какую-нибудь организацию. И как я там буду в этой организации? Вот. Так, ну вот, это тут я проехал. Тоже все путем у нас. И осталось еще в одно место съездить. Так, опять мне не дают, ребята. Эх! Нет, аварии не было. Ну все, до одного еще места осталось доехать. Спокойненько, ребята, дайте мне доехать. Я закончу ролик. И играйте вы тут по РП как хотите. Там штрафуйте друг друга, арестовывайте. Вот. А я буду, значит, монтировать ролик для вас. Вот. А вы будете, значит, отгадывать загадки деда. Конкурс этот. Какие дед поставил моды. Осталось, да, я вот все помню. Вот у меня тут по бумажке написано. Сколько у меня модов, какие где поставлены. Все я показал, кроме одного места. И туда мне сейчас надо попасть. Надо мне туда попасть, если у меня это получится. В принципе, тут недалеко и ехать. Вот так, пропустим его. И так. Вот сюда поедем. Так, а где это место-то у нас находится? Где-то здесь. Где-то здесь. Вот оно, это место наше. Вот куда я хочу попасть. Потому что будет нечестно. Я не все моды вам покажу. Вот. И это будет нечестно, не по правилам. Вот. А так будет все честно, все по правилам. Конкурс будет не слишком и сложный. Я надеюсь, вы с ним справитесь. Ну вот теперь я вроде все показал. Ничего не озвучивал, но все вы видели. Все прекрасно видели, я надеюсь. Так что этот конкурс будет для вас не сложен. И все. Так, теперь, значит, я хочу все-таки нормально закончить, а не как в прошлый раз. В смысле, когда не в прошлый раз, а вот когда меня только что выкинуло с сервера. Хочу, значит, доехать домой. И там, значит, вам сказать всем пока. До следующих, значит, роликов. Когда будет следующий ролик, я пока не знаю. Вот, скорее всего, на выходных. О чем он будет, тоже пока не знаю. Какая-нибудь идея в голову деду придет. И, значит, я это дело воплощу в жизнь, надеюсь. Так, вон продукты заказывают. Так что, ребят, давайте, играйте. Тут вон... По крайней мере, бизнес оживился. Да и на ферме. Ну, на ферме номер 0 никого не было, зато на ферме номер 1 тут был народ. Можно играть. Так. Вот. Все. Приехал дед домой. И заработал 5000 от полиции. Так, все, значит, выключаем. Там у деда и машина-то это. Машина остается открытой. Надо ее закрыть. Это, наверное, пока я тут с полицией болтал, так и машину забыл закрыть. Или, ну, в общем, я запутался. Ладно, не в этом дело. Дело в том, что вот теперь у меня машина закрыта. Машина выключена, мотор выключен.
Все моды я вам показал. Так что вот, на этом я ролик сейчас буду заканчивать. Все, вот дед пришел домой. Так что теперь, кто хочет выиграть себе 100 рублей на телефон, пожалуйста, приступайте. Кто первый напишет в комментариях все моды, все, что отмечены, не просто количество их, а конкретно вот то-то поменено, этот поменено, то-то поменено, все, все это напишет, тот первый, кто, тот получит у меня 100 рублей на телефон, ну или куда он захочет, на какой-нибудь электронный кошелек. На этом я ролик заканчиваю, всем пока, до следующих видео.